Бункер центр, засетка. Понял. Та есть засетка. Минус. Кого убил засеткой? Врага. По мне! Успела пройти, да? Нормально? Да. По нему, по-моему, попал. Я попал, он там засетку. Да, убрали. Вижу, брат. Вижу. По-моему, еще ходит, слушай. У бункера есть. Да, вот я там и видел. Прохожу тоже. Дал ему. Все еще там, что ли? Да-да-да, он у забора там. Ушла. Ушла Евка, аккуратно. Я внутрь зашел. Не туда, он ближе к перепрыжке. Да не ближе, он к перепрыжке. Это еще один. Значит, еще один. Я внутри, если что, сейчас буду выходить. Дал туда ему ХЕ. По-моему, он сдох там. Ты сюда зашел или нет? Туда-сюда, Аня. Он за сетку, ты зашел? Боже, я тут уже миллион лет за сеткой. Захожу за сетку, он, видимо, под кранами, да? Все, лежит он. И просто снял чувака с того, чтобы гниль досталось. Некий Айр клан. Это что сейчас такое было? Он просто не умирает, чтобы понимал. Ну теперь весь сервер знает, что мы тут настройки пришли. Он просто не умирал. Нет, ну они же не знают, что настройки. Что делал в дороге? Есть у меня настройки. На новый или на второй? Между в зеленочке тут. В кустах в этих, понял? Как он у вас называется, я не знаю. Карман? Карман. Двое. Один минус. Ты где сам? Там же. Второй минус. Сзади я заглючил шайтанче. В яме, что ли? Даже в яму я заглючил. Это плохо. Ты бил его? Нет. Ты прыгаешь? Нет. Блин, он живучий. Он бьет. Он из-за того, что прыгает, его лагает, понял? Убил? Да. Фу, это сейчас жопа была просто какая-то. Да, чувак, с винтари зафокусить надо, тебе не 6L31. Так. Я по ВЕ стреляю, я тоже говорю. В гараже я не чекал. Я зашел в гараже. С краешку. На ПВЕ тут опрокидывает грена. Да, иду туда. Они в кустах, снаружи гаражей. По кустам шарится напротив ПВЕ. На тебе, короче, развлекайся. Кто бежит, двое? Я не бегаю. Я с перекрестком ПВЕ иду. Сусек. Еще есть. Где он? Кто в мусорке? Ясно, не вы. Я на потенблах ворот, он где? Понял. Должен быть минус. Это ты? Бля, понял. Я сказал на потенблах ворот. Ты там кто-то в кустах шуршал, где вот ты сейчас. Может быть на мусорке. Ты же там не жив? Нет, не жив, отлично. Вот тут он где-то сидел. Не, да, вот же он лежит, ёптать. А, ну, значит, вот он. Надо под шумок, мне кажется, влетать. Я в углу подхожу. Третий этаж, походу. Хотя, может, и первая дверь открыта. Ты бежишь. Я под бугру подхожу. Второй этаж. Одному. О, решал. О, решал, третий этаж. Он злой. Третий. Один минус, вот. Там был человек, Ань, аккуратно.
блин, они в касках, слушай, такие злые. Да, ты что, они там нормальные. Вот, ребята. Воу. Что это было? Это граната. Я понял. А какого худенького? Ты что думаешь, мне подстрелить и смотреть? Заходите быстрее, третий этаж. Еще. Патроны, перезарядка. Я зашла на второй этаж. Он на лестнице между третьим и вторым стоит. Хорошо. Закрывайте ворота. Кто на третьем убил меня? Блин, вид. Ну, я же сказал, я на третьем. Я думал, ты уже на третьем, а не поднимаешься. Сразу съем таблетки, мало ли. Давай. Ты готова, если что, идти? А где трещал? Да, хоть гляну я на него, как он выглядит. Дальше. Спускайся. А, ну да, вот я по нему тут и бахал. В шторках. Ray-Ban. Ладно, пойдем. Танк кто-то есть. Мои? Курябчики. Ну, не факт, что твои, я туда уже топлю. Ставить топить туда. Тогда с Анваром хременка что. Пойдем. Раз все там психи. О, а тут здесь еще есть. Который камень такой большой посреди поля есть. Возле вагона вид, слышишь? Да я далеко от него. То есть я ближе к этому скале взял. Ладно, кстати. Ладно, тогда сам. Пока там стреляет. Давай, выходи, блин, немножко вправо. Входишь там как. Ой, тут еще замеса. Помочь? Вас двое, а тут ребятишки. Один минус. Ага, тут здесь же второй. Второй минус. Какая-то граната. Значит, их не двое. Танечка, дела? Пытаюсь найти, кто мне кинул гранату. Блин, но патроны? Не вижу. Убьет? Нет, а, нет. Вижу. Вай. Опасный какой-то. С оптикой, что ли? Бил? Нет, не вижу, он сидит за машиной. Отъехал. Так. Подавляю. Ага, понял. Еще! Дробовик, а с тобой как-то что-то не совсем надо не выходить. Не-не, этот слева минус, который справа здесь. А, все. Убил. Готов. Там, я по полю бегу. Ко мне вот мне пробил, падла. Побежал к тебе. Блин, на тике. Не, ну если теперь все должно быть. Везде. Надеюсь на это. У нас двое. У меня четверо минус. Но мои все тут, возле камушка. Так четвером в одного камушка сидели? Ну они стрелялись между собой, походу, я тут пришел такой на заниженной шестерке. Молодец. Перепрыгнул. Короче, пойду с той стороны их. Здесь один мертвый, остальные все туда убежали. А нет. Все, одного убил, второй за перепрыжкой там. Я почему-то мертвый. Кто работает? Я. Ангарик, кто? Ёпта! В вагоне еще был. Понял. Кто у нас ходит в тылу у бункера, где выход? Нет, там свои. В крысу углу, значит, ходит кто-то. За отбойником там, поняли, да? Угу. Туалет. Наверное, кидал. Не, я просто знала, где же это, значит, что-то.
Надавал ему, но он ушел туда за отбойник. Вот, ответка по мне. Сближаются ко мне. Не убил, а спустился не смотрел. Одного я убил. Второй где-то там вдалеке. Там же в ангаре, да? Я в этом, в вагоне. В ангаре. Смотри, он, по-моему, вниз на дорогу спустился. Я тут на ты без. Ты без каски ходишь? Кто с без каски? Он у тебя, он у тебя. Понял, это значит, это он был. Поднимается. Я думал, купить просто. Убил. Да-да-да, я думал, тут ты ходишь. А ты с железки сейчас бежишь ко мне, да? Да-да-да. А, ну все, понял. Все сходится. Вроде поставила сотку. Воу-воу, где-то там вот сверху. С вагона, так, по-моему. Тише, у меня ходит. За секреткой. А, нет, на дороге. Один минус. На дороге налево перебежал. Одного я убил. Уходит за вагон. Или в вагон забежал он. Вагон, да, забежал. Иду за ним. А я его убила, который в вагоне. А, ну все тогда, походу. Еще кто? Это где-то за мостом, за мостом. Где? Зацени, что у него было одно. То есть это, подожди, это Сайгас с ночным прицелом и глушителем? Да. А зачем ему ночной прицел? Блин, он походу бедный перепутал, он может... Ну, стреляет, а, это выстрел? Это там, привет. Это бот. Это мой. Бей на бугороду. Сейчас он будет. Ой, это кто по нему? По нему работают? Нет? Двое там, двое прямо. Вижу, бегу к ним. Один сдох. Второй сдох. Бот-то где мой? Взяли, спугнули моего бота. А на строе, да, здесь? Что-то, блин, я испугался. Бот. А, нет, они убили тебя. Сволочи. То есть, ты прикинь, да вот у Ани там, считай, замок, который нужно два раза сделать, короче, поворот у замка. Собака закрылась от них. Ты представляешь, насколько они ее достали? Ну. Ну, просто два раза так... Еще и на цепочку такая повесила дверь. 5 ЧВКшников. Уже 5? Было с 4. Ну их 5 было. Один сместился к забору с поля, а четверо прямо пошли к танку. Все, я готов по ним работать. Блин, они... Ты по ним. Ох, засуетились муравьи. Я сначала подумал, мне показалось. Но их там реально очень много. Ой-ой-ой, они злые какие-то. Они трассерами по мне стреляют. Они на камнях, где ящик. Черт, там эта гора гребаная, не видно ни хера. Ой, еще и гранаты мне закидывают. Смотри, какие злые. Аня, ты там к ним, да, по полю сейчас смещаешься? Один минус. Да ну блин, не заходи за камень. Один минус. Mm-hmm. Еще двое, значит. Там они за камнем сидят. Либо трое. А, опять за камнем ушли? Да. Что они такие, бля? А ты там слева смотрела одного, а не все пятеро там? Нет, я видел двоих. А их было пятеро, помните? Вижу. Еще минус один. Еще минус один. Где еще? Я просто, что я видел, я это никогда не развижу просто больше. Толпу бегали. У меня эта толпа, они просто легли и лежали, смотрели куда-то вдаль, короче. А ты представляешь, когда ты начал стрелять, они просто засуетились, муравьи вот эти. Я видел, у меня аж руки начали трясти, знаешь, когда я столько целей увидел, блин. Просто бегает голова влево, голова вправо, голова влево. Ты у танка? Да, я у танка.
Закрытая комната, как в душку заходишь. Полезные вещи. Ну, возьмите. Стекла заберите, короче. Шита, значит, давай с правой стороны. А там, по-моему, все. Мне кажется, да, все, все отъехали. Ладно, я начинаю лутинг. Два чувакашника слева, Ань. Вот я смотрю, как я смотрю, у скалы. Мне не передать просто слова. В центре поля или где? Да, 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 вот. Скала вот эта в центре поля, за ней. За скалой? А, вижу. Вижу. Слева, слева от скалы. Вижу, вижу. Один минус, второй минус. Вот сейчас минус. В смысле сейчас минус? Они оба упали. Или какого-то из них, по-моему, это. Ну это мой Юра. Это вообще Таныч убил. И этот тоже мой. Странно. А почему он тогда так ладно? Бак. Артём, типа, короче, знаешь, сделал вид, что он типа, ну. Поучаствовал. Ага. Там два ваншота было. По трупу пострелял, короче, и это такой, типа, не, вот теперь убью. И пойду по зеленке. Да я пошел на стройку тогда. Вы же там в общагах? Ну, я подхожу к общагам. Да. Я на старый пока. Не пробивает. Мне не очень приятно. Пробивает, да? Mm. Он еще и с лазером, прикинь. Тём. Или это ты с лазером? Я с лазером. Убил, да? Вроде да. Блин, а мне так по лицу попало. А как у тебя бот, скажи мне, спустился отсюда? Так, костра нет. Были замесы. Да? Да. Через дорогу прохожу. Да ладно! Они все еще на ПВЕ. Вы что, гоните? Жив? Жив пока. Блин, слушай, Шайтан, живи, мы только бежим. Мы только да. Пытаемся, ладно, бегите, но... Я просто удивился, минус один. В этой броне, по-моему, которую мне Мэтт давал. Видишь, хорошо. Блин, как не вовремя стремить закончилось, если честно. Так, еще есть? Есть. Сориентируем, мы поднимаемся. ПВЕ, я же говорю. А ты сам? Я на наливнике ставил меточку. Двое минус. Еще есть? Не знаю, сейчас посмотрю. Через секретку пойду. А, все нормально. Фу. Я по дороге. Вон и все. Блин. Что, нормально эти-то были или так все? Парни, что вы тут делали? ПВЕ охраняют. Мы уже прошли охранять через всю карту, они тут сидят. Ночная смена началась только что. А, это к Жельку у него было, мне показалось, эта броня. Энтри, кстати.